Всем привет, меня зовут Юля и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами будем делать ключницу в морском стиле. Так что приступаем. И начинаем мы с того, что необходимо подготовить материал, заготовки сделать, которые мы будем использовать в своей работе. Скажу честно, я ничего специально не вырезала. Я просто пошла на чердак, повыбирала деревяшки нужного мне размера и из них уже выбирала. Предварительно я дерево обожгла. Я вообще люблю обжигать дерево, мне нравится конечный результат, как выглядит дерево после того, как его обожгли. И использую горелку всегда в своих работах, когда работаю с деревом. И затем начинаю все это дело раскрашивать. Начала я с маяка. Я говорила в одном из своих видео, что люблю раскрашивать картины по номерам, и у меня остается достаточно много акриловых красок после картин. И вот как раз в таких работах я люблю их использовать, чего не будет лежать просто так без дела. Я решила домики сделать ярких оттенков. Один у меня будет в желтом цвете, другой в голубом. Если честно, импровизирую, смешиваю цвета по ходу действия. Данная ключница очень легкая в исполнении, однако время затратное. Чем больше деталей в вашей работе, тем более профессиональнее и красивее она смотрится в конце. Поэтому на эту ключницу я потратила не один день. Это не первая ключница, которую я делаю в подобном стиле. У меня на канале есть видео, где я делаю подобную ключницу, также в морском стиле. Однако она все-таки другая по дизайну. Ссылочку я обязательно оставлю в инфобоксе под этим видео. Может быть, тот дизайн вам понравится больше. Ну а мы продолжаем. На том же чердаке я нашла кусок ДСП и решила также его использовать в своей работе. Гуашью я его покрасила в синий цвет. Я уже как-то говорила, что люблю использовать гуашь. Она прекрасно справляется со своей работой и намного дешевле, чем акриловая краска. Так что примите на заметку. Кстати, сама идея сделать подобную ключницу у меня появилась в тот момент, когда я нашла вот этот кусок дерева.
Верх дерева я прокрасила гуашью в белый цвет, а затем низ решила сделать более темного цвета с помощью морилки. Затем прикрепляем домики к самому дереву. Домики мы также прикрепили гвоздями, чтобы наверняка. Ну и продолжаем дальше декорировать нашу ключницу и добавлять детали. Ну что ж, наша ключница готова. Вы посмотрите, какая красота у нас получилась. А мое видео подходит к концу. Буду очень рада, если вы поддержите меня и поставите пальчик вверх, а также подпишитесь на мой канал. А на сегодня я с вами прощаюсь и говорю до новых встреч в новом видео. Всем пока-пока!